Занятость, рост заработной платы, контроль за ценами – это задачи, которым, по мнению президента, особое внимание должны уделить профсоюзные структуры. Александр Лукашенко эту тему сегодня подробно обсудил с главой Федерации профсоюзов. Президент настаивает, высокая безработица чревата не только экономическими проблемами, но и всплеском преступности. При этом рост заработной платы должен быть обоснован. Не надо думать, что это некий популизм или не имеет ничего общего с экономикой. Я не требую заработной платы как зря платы. Я хочу, чтобы эта заработная плата была людьми заработана. А для этого надо, чтобы производство функционировало как следует и эффективно функционировало. Что касается ценообразования, я уже говорил на эту тему, у нас нет оснований для роста цен. И если кто-то двигает цены необоснованно, неоправданно, это ради собственной наживы. Я это так воспринимаю. Там, где есть узкие места в ценообразовании, мы их видим, мы их знаем. И если государственные органы и правительство это не замечают, профсоюзы должны помочь. Михаил Орда представил доклад о результатах мониторинга цен. Такой анализ начали год назад, и в нем немало фактов о несоразмерности роста цен и заработной платы. В частности, на необходимые продукты питания, коммунальные платежи или проезд в поездах и электричках. О каждом случае так называемый народный патруль сообщает в государственной инстанции для принятия мер.